Итак, ребятки, всем привет! Мы продолжаем прохождение в надежде спасти всех ребят. Надеюсь, что у нас это получится. Ну что ж, погнали. Нам нужно найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Ладно, мы будем ждать у радио. Эй! Ты первый. Ну-с, вперед. Это, видимо, нижний уровень корабля. Записки, напоминаю, читать мы не будем, так как уже все читали. Похоже, какие-то разборки. 10 дней в карцере. Ого. Видать, ему основательно крышу снесло. Ну, это вот записка, из которой мы узнали, что это химическое оружие, все. Ну, первая такая однозначная подсказка. До этого вот все вилами по воде. Так, ну в самом карцере ничего нет, насколько я помню. Здесь опись того, кто в какие дни и... В лазарете лежал парень по имени Джо. Кто и в какие дни попал в карцер? Хотел бы я, знаешь, кайфануть. Что за хрень ты несешь? Но при других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований. Серьезно? Вот уж нет, вовсе нет. Сказала так, кто первая погрузилась к краку. Заткнись. Так, и, собственно, лазарет. Сын кого-то из экипажа. О, боже. Так, на столе я что-то забыл, что там. А, ну это свидетельствование тех, кто, соответственно, охранял химическое оружие. И, насколько я помню, у нас здесь еще затык с аквалангом будет, который брать или не брать. Но мы его взяли, но просрали. Иди посмотри. Смотри, там внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Лестница обрывается. Кажется, я могу... Стой! Ты в порядке? Да. Я в норме. Спускайся. Господи! Чего? Смотри, там... Это... Стой! Ты не видела? Ау? Так, значит, у меня глюки, а у тебя нет? Значит так. Вот что я думаю. Этот корабль вез манчжурское золото. Ну, то есть, на самом деле опасные реагенты, верно? И тут везде этот странный туман. На всем корабле. Может, это манчжурское золото? И может, оно сводит нас с ума, понимаете? В смысле... Я точно видел какую-то хрень, которая казалась такой реальной, но
Вдруг ее не было? Экипаж был чем-то до смерти напуган. Ничего не было. Не на самом деле. Это все галлюцинации. А с упавшим самолетом это никак не связано? И был он поисково-спасательный. Он прилетел, потому что с корабля послали сигнал бедствия. Но, думаю, они уже были под действием тумана и по какой-то причине сбили самолет. Кто же знает, что им там примерещилось? О, боже. Ладно, идем дальше. Идем, идем. Более 100 лет назад, точнее, менее 100 лет назад, но почти целый век, считайте. Сейчас того 2010 где-то, вот я насколько помню, в игре. Могу ошибаться. Эй, подожди, подожди, мы же не открыли ее. Да что ты делаешь-то? Возьми ее в руки. Да что такое-то, а? Открой ее. Мать, а? Не хочет. Даю тебе еще одну попытку. Да что за фигня? Почему он сразу ее кладет, а не открывает? Ну, черт его знает, ну ладно. Там просто у нас бы зафиксировалось то, что они на якорь встали в определенный момент. Знаешь, чего я хочу? Сухие шмотки? Да. Нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Все, пойдем наверх. Где-то же можно подняться. Электричество вырубилось, но мы починили. Как слышно? Прием. Опишите ситуацию. Прием. Нужна помощь. Срочно. Какие-то существа на корабле пытаются нас убить. Прием. Стоп, тебе работай! Пробуем еще раз дойти до этой книжечки, прежде чем туда отправиться. Может, все-таки она разглючится. Но на этом просто диалог какой-то завязан. Соответственно, я-то как бы пытаюсь полностью смоделировать оригинальное прохождение, где у меня все померли. Ну, не все, но двое всего выжили. Не хочет, ладно.
Так, скоро у нас там начнется это все веселье-то. Интересно. Посмотри. Это ребризер. Походу, они с нашей яхты притащили. Он еще работает? Там есть немного смеси. На пару минут. Стоит его брать, он тяжелый. Он будет нам мешать. Можно его взять, попытаться снова. Но я бы это... Сохранение бы продублировал, секундочку. Так, все, я копию сохранения сделал. Эй, а мышка где? Нормально. Мышка пропала. Взять. Да ёптать. Сука, я знаю, что ты задумал. Олсен, на чем ты говоришь? Да, я сам тебя сейчас прикончу. Говори, где это гребаное золото. Ты что, спятил? Нет, пощади, нет. Я же сказал тебе, трепло гребаное, заткнись. Закрой свой поганый рот. Говна кусок, брехло сраное, завали хлебало, слышишь? Послушай, нет, не надо, можно же. Я же сказал, заткнись. О, черт! Так, вот он начинает кукуха ехать. Да блин, опять на последний завалился, как в прошлый раз, один в один. Ну здесь мы в прошлый раз смогли заныкаться от него. Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь. На смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Ага! Эй! Закрывай! Боже, не стой! Мы в безопасности. Пожалуйста, скажи, что да. Да, конечно. Эти двери способны выдерживать многое. Ага, сейчас будет тот самый момент. Все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйте. Не смейте. Руки вверх! Тихо!
Нет, нет! Нет, не так! Никаких перемен! Все! Просто убери пистолет, и никто не пострадает. Думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Вот опять. Опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Что? Здесь нет тумана. Не вдихайте! Не вдихайте туман! Что? Что за туман? Ты наверняка его видел. Он повсюду. Он желтый. И он расползается. Уже внутри. Уже внутри нас все. Пожалуйста, успокойся. Стоп. Стоп. Туман в кондо. Без нас? Никаким странным туманом я не дышала. Уверяю тебя. Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Какой туман? Хватит бредить. Да блин, да что ж такое-то? Опять он ее убил. Ох ты ж, зараза такая, да как ее спасти-то нам? Может, если нам все-таки попытаться спрятаться от того по-нормальному, ну попытаться эту мини-игру пройти с пульсом, может, у нас так все получится. Сейчас посмотрим. Надо было в паузу нырнуть. В общем, тут я почитал прохождение с ребризером. Оказывается, есть интересная тема. Мы попробуем его с собой забрать и глянем, что получится. Он может спасти нам жизнь. Нам сейчас важно выиграть эту мини-игру, и тогда мы сможем исследовать эту комнату. Но было бы неплохо. Что вы? Но! J'ai écrit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute! Écoute-moi! Non! Fais pas ça! D'accord! Je te vais dire de fermer ta gueule! Oh, черт! Ну, сейчас у него кукуха-то поедет. Попробуем выстоять. Сможем забрать эту штуку и еще кое-что. Блин! Надо здесь попытаться тогда хотя бы, если уж в ту комнату не попали. Зря вы прячетесь. Эту штуку мы все равно же вернем, поэтому пофиг. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Чтобы не делиться. Да что такое? Ну, ладно, сейчас снова попробуем. Так, мне удалось завершить эту мини-игру с третьей попытки.
Все, он убежал, а мы с Ребризером заходим сюда. Так, в первую очередь я бы снова сделал дубликат сохранения, а то, блин, это тоже постоянно загружаться, делать копии, только потому что не получается пройти мини-игру. Сейчас, буквально минутку. Так, в общем, да, сделал копию, погнали дальше. Зачем он его убил? Надо очень осторожно. Он же больной на всю голову. Разве не этот чел у нас кольцо отобрал? Или я что-то путаю? Да, точно. Деталь не забрали. Забрать, может, деталь попробовать, а? Потому что она нам тоже очень важна. Кольцо-то успеется еще. Ладно, заберу деталь сейчас, в первую очередь. Так, сейчас главное успеть, соответственно. Ну развернись, развернись. Или он ее с собой забрал? Постой. Лучше держаться подальше. Да. Блин, она же тут лежала. Еще одна попытка у нас, так сказать, укрыться от него. На этот раз это важно, чтобы Ребризер не просрать. А, деталь он все-таки с собой таскает. Козлина, а? Перезагружался, блин, только. Зря. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Чтобы не делиться? Да что такое, а? В самом начале, да блин. Ой, ёб твою мать. Кстати, тут записочку какую-то можно посмотреть. Давайте глянем. Совершенно секретно, капралу Стивену Хардингану, база ВС США. Капрал Хардинган, прибывшая ранее партия гробов, является грузом особого назначения. Блин, тут не успеешь прочитать. Блин, может она в коллекции попала, хотя бы краткое содержание ее посмотреть. Это не она... Блин, опять мышка пропала, а? Ох, что за беда-то такая. Да, не везет, не везет. Есть вариант, короче, что я эту записку возьму, а вы ее на паузе сможете прочитать. Думаю, хотя бы так можно это реализовать. Ну и плюс она, наверное, добавится в секреты наши. Так, надо до нее только дойти по-нормальному. Главное, из двух сторон просто посмотреть, и она добавится. Все, найден секрет, отлично. Военные приказы. Инструкция по обхождению с телами, перевозимыми в гробах. Согласно этому документу, тела – результат вражеских экспериментов над людьми в ходе Второй мировой войны. Ну, все, понятно, хоть успели посмотреть этот листочек. Так что, кому интересно, можете на паузе прочитать. Я тут сам никак не успею, а краткое содержание примерно вот такое. А теперь буду дальше пытаться пройти второй QuickTime Event.
Фух, я выполнил второй квик-тайм-ивент. Жесть какая. Он вот-вот нас догонит. Ты ведь придумал, что делать? Сидеть тихо, наблюдать и ждать удобного случая. Опять. Пробивали себе дорогу в чужие края и остались не у них. Генераторы включены. Золото мое. Иди мне, пришла моя очередь бить. Моя. Вот этой вот большой. Да чтоб, все-таки удалось. Ах, блин, ну буду пытаться еще раз. Нам нужен ребризер для того, чтобы не погибли у нас ребятки. Фух, я это сделал, это у меня прям что-то долго не получалось. Попыток 10, наверное, ушло. Ох, жесть какая. Ух. Эти двери способны выдерживать. Так, теперь, по традиции, нужно сделать копию сохранения, потому что сейчас будет важный диалог, который нам нужно вывести. Мы для этого, собственно, и тащили ребризер. И тут как бы тоже можно ократься, но я общую специфику прочитал, как нужно сделать, и сейчас мы это сделаем. Так что, погнали. Надеюсь, у меня это получится. Много. Все, не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно. Не меняйте. Не смейте. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен, все! Просто убери пистолет, и никто не пострадает. Думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас, я прав? Я же прав! Ага. Вот опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Что? Здесь нет тумана! Не вдихайте! Не вдихайте туман! А почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он... зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все! Пожалуйста, успокойся! Стоп! Стоп! Туман в Кондо, без нас? Убери пистолет, слышишь? Что за разговоры? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Ладно, хорошо. Да, там и правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. Тебе есть туман? Нет, мы задержали дыхание. Нет, мы не вдыхали, мы задержали дыхание, ясно? Да ладно! Вы типа крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Стоп! У нас есть ребризер с нашей лодки. Что? Мы им пользовались, чтобы не дышать туманом.
Понимаешь, можем с тобой поделиться. Хочешь? Нет, нет, не смей! А ну убери от меня эту штуку! Боже, он во мне! Кошмар, я вдохнул туман! Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится! Меняет меня! Внутри! Нет, нет, я его не вижу. С тобой все в порядке, никакого тумана нет. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне. Вы просто врете. Туман внутри. Жрет меня заживо. Эй, чувак, давай просто... Его можно спасти. Давайте попробуем его спасти. Надо просто, наверное, попытаться у него выхватить ствол. Давайте такой вариант проработаем. Глядишь, получится. Попытаемся сейчас спасти Джуниора, отобрав у него пистолет. Посмотрим, может, так он выживет. Блин. Мышка пропала, как не вовремя. Надеюсь, что сейчас мышка не пропадет больше. Надо выбить ствол. Да ладно! Вы типа крутый дайвер! Ну думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Стоп, 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 стоп! У нас есть ребризер с нашей лодки. Что? Мы им пользовались, чтобы не дышать туманом. Понимаешь, можем с тобой поделиться. Хочешь? Нет, нет, не смей! А ну убери от меня эту штуку! Боже, он во мне! Кошмар, я вдохнул туман! Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится! Меняет меня! Внутри! Нам нужны ребризеры! Эй, ты в порядке? Фух, да, его можно спасти. Жди возле радио. Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование. Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Я тоже буду здесь. Так, понятно. Ну, раз мы в прошлой серии умудрились все-таки спасти нашу подругу, ой, в прошлой серии, в этой серии, то, соответственно, это спасение мы оставим на следующую, а то я уже, если честно, утомился, потому что, ну, много попыток было. Так что давайте в следующей серии продолжим спасение наших подопечных, а эту мы закончим.